обращаться, кому писать, помогите, помогите. Она в любое время может и ночью их выпустить. Пожалуйста, хоть как все нормальные люди, на поводке. Почему она проживает, непонятно. И уже 2 года. Куда мы только не обращались, почему она проживает. Вот она держит этих собак. Мы пройти здесь практически не можем. Просто катастрофически не можем пройти. Вчера сутки я была на работе, а позавчера, то есть это было во вторник, я шла, собаки гуляли. Это собака или ее дочка? Это дочка. Та тоже дома. Или да? Собака. Они обе там. Сейчас только что были. Сейчас. Вот у меня сумка, вот видите, вот дырочка. Вот эта собака меня второй раз кусала. То есть она на сумку получилась. Вот эти вот собаки. Собаки достали. Вот эти вот в этом дворе еще собака. И палата корма. Вот вся проблема, которая у нас. И вот здесь палата корма, кажется, исторический памятник. То есть Калуха должна обращать на это внимание. Там должны все благоустраивать, смотреть за территорией. А там рядом старый домик. Вообще развалился. Он даже на учете, не на учете, а в реестре не стоит дом управления. То есть он уже как бы снесен 1000 лет назад. И она собак, она живет одна с братом. И собак собирает. Со всего города Калухи они бегут туда. Ловцы зверей поймают этих собак, увезут. А хозяйка туда приходит и говорит: это мои собаки, отдайте. И они отдают, и все, понимаете?